Вот эту вот рубашечку я приобрел, искупался в реке Иордан. Ну и как-то положили, сохранили. И можно так сказать, и подзабыли. Ну вот, на Пасху, ночь перед Пасхой 2021 года, решил в этой рубашечке провести ночь перед Пасхой 2021 года. И знаете, я как-то особо не ожидал, что снились разного рода сны, разного рода нечисть нападала, была крайне возмущена, почему я эту рубашку одел, как бы кипятилась, негодовала. Неожиданно. Мы все думаем вот о физиологии оздоровления, какую-нибудь травку, таблеточку, то все, пятое, десятое, там принять, паразитов погонять. А оказывается, тонкоматериальных паразитов и духовных поражений гораздо-гораздо больше. Все начинается оттуда. Вот я убедился в свое время, искупался в этой рубашечке. Ее не стирали, так и осталась она пропитана той иорданской водой. Высушили, вот хранили. Еще тогда говорили, как заболеть, оденьте ее на себя. Вот поможет. Ну, случай вот предоставился. И получился очень интересный такой результат. И важный, который показывает, что духовное оздоровление, конечно, намного-намного важнее. И от него растут все наши физические недуги. Так что вот такой вот я опыт еще приобрел, свой собственный.